На этой улице заканчивается известная дорога, известная в Америке, под номером 66. Все, конец дороги. Финиш. Hard Rock Hotel. Да, на этих улицах все время прохладно, нет солнца. Летом клево. Мы в августе были в прошлом году. Но я не помню, жарко мне было или нет. Ну что такое, почему стоим? Newspaper. Ежедневная газета. Чикагская полиция пошла. Чувак играет на трубе, и никто к нему не пристает, покажет документы. Не вызывает подозрений. На трубе, на саксофоне, наверное, это что какая-то труба, труба это другое. Барбари. Apple Store. See Ralph Lauren? Where? Right there. Ralph Lauren магазин, бутик и ресторан. Мы здесь имели dinner с родителями в прошлом году. Ресторан тоже так называется. Ralph Lauren. Ой, какое здание, что сломать можно? Ой-ой. Вот. Вот за углом. Вот. Вот вход в ресторан. That bar and grill. See bar and grill? Ralph Lauren? Uh-huh. Вот здесь вход в ресторан. Здесь мы имели ужин, dinner with parents. А теперь мы живем вдвоем. И у нас нет денег на такой ресторан. Now, turn right. Прикольно. Айскрим и шоколад. Это другой шоколад. Hershey's. Hershey's. Известен у нас в России. Какие-то бедуины ходят. С кучей жен. Такие домики. Микрорайончик. Нет парковки. Ой, даже мне что-то Калининград напомнил. У нас тоже есть такие вот улицы с немецкими домами. С особняками немецкими. А здесь с американскими особняками. Такой райончик неприглядный. Окраина. Выглядит как окраина. Ну, наверное, так и есть. Надеюсь, путешествие по Чикаго вам понравилось. Много нового увидели и вы, и я, и Джей, кстати. Эту программу разработала я. У Джей свой лист, у меня свой лист. И я говорю, по твоему листу, когда будем работать? Вчера спрашиваю. Он говорит, мне кажется, достаточно твоего.
Я сказала Джей спасибо за то, что многое мне показала Джей мне. За то, что возит меня.